Очень красивые комбинезоны от Oldus мы получили в этом году. У нас в шоуруме висит вот такой прекрасный комбинезон на мальчика. Несмотря на то, что он черный, многие дети сейчас любят черный. Контрастный рисунок, яркий капюшон, то есть ребенка будет заметно, несмотря на то, что он весь черный. И плюс комбинезон очень продуманный, он функциональный. Липучки, прорезиненные молнии на карманах, защитная планка, усиленные вставки на штанинах, утяжка на талии. Отличный комбинезон на зиму, в нем 200 граммов утепления, то есть носить его можно от 0 до минус 15 примерно градусов, будет очень комфортно. Внутри у него по спинке и по грудке флис, ну до пояса примерно, и лямки для полусброса, чтобы носить в помещении. Смотрите, как классно здесь сделана ветрозащитная планка, она внутренняя, на липучке, и сверху прорезиненная молния. У влаги шансов просто нет. Внутрь ничего не попадет. Так же, как и у мальчика, спинка, грудка флисовые. Здесь можно написать имя ребенка. Отличная мембрана, 10 на 10. Эластичная манжета. Надевается на ладошку, соответственно, не задирается рукав. И плюс дополнительная защита, чтобы ручка, например, не замерзла, если надета без рукавиц. И также есть утяжка на липучку. То есть можно взять, например, комбинезон с небольшим запасом, утянуть, он будет сидеть отлично. Также есть утяжка на талии. Вот они здесь, пуговки с двух сторон. Усиленная ткань и снежная гетта.